Здравствуйте! Вы смотрите «Афишу». Впереди главный, любимый многими праздник – День Победы. Где пройдут основные мероприятия, узнаете в ближайшие минуты. 9 мая в 10:00 в Самаре состоится парад на площади имени Куйбышева. Вход на площадь осуществляется до 9:00 по пригласительным билетам через КПП. В 20:00 там же самарцев ждет праздник. Проход на вечернее мероприятие свободный. Под занавес праздника в 22:30 небо над Самарой озарит артиллерийский салют и фейерверк. Для удобства жителей в 2015 году они организованы на 7 площадках города. 10 мая, в воскресенье, вас приглашают актеры театра имени Горького. На сцене постановка «Божьи коровки возвращаются на небо». Рассказ о совсем еще молодых людях, волею судьбы, предоставленных самим себе, которых забыли и родные, и общество. Но, несмотря на все, в них остались и наивная вера, и живые чувства. Не пропустите. 10 мая в театре имени Горького. На сегодня это все. Я поздравляю вас с великим праздником, с Днем Победы и желаю мирного неба над головой. До свидания.